Ну что ж, всем привет, сегодня мы с вами играем в игру GTA 5, и сегодня со мной Рома с ником, и с нами... Привет! И Буст. Привет, ребят. С ником Стасан. Я тебе сейчас что ж, колеса оторву, сейчас тварь. Я в данный момент очень высоко над землей, где-то практически за пределами карты, можно сказать. Меня сейчас должно разворачивать. Срыв, низкая скорость, и полетели вниз мы с вами. Попробуем развить самую максимальную скорость. Сегодня у нас серия летная будет, поэтому... Приколись, сейчас Стас бежит, я его с префайра так резко хрясил. Опять он телепортируется сюда! И убивает меня. Офигеть, вот это скорость, вот это да! Это вообще что происходит? Очень быстро теряется эта скорость, когда мы... начинаем так, я тоже бы не отказался от истребителя, его надо приобрести, но мне жалко. Буст, ты лагаешь или ты умираешь? Что творится? Ты телепортируешься. Просто маньяк. Успокойся, телепортироваться, там, лагать, перезапусти интернет или что-нибудь в этом роде. Успокойся просто. Ну-ка, ай-яй-яй, не надо задевать. Ой. Давай так, смотри, я сейчас сажусь на самолет, ты должен пролететь рядом со мной. Mm-hmm. Не рядом со мной, прям возле моего носа. И возле моего носа резко вверх пролететь. А, ну, как всегда, в принципе, я делаю, когда ты летишь. Да, я сейчас летаю. Хорошо. Только пока я развернусь, это будет очень долго, наверное. Хотя на джойстике будет удобнее. Ты по прямой просто едь и летишь. Летаю, так. Так, вот так. Так, сейчас я, наверное, в море развернусь быстренько. Так, от первого лица, слышишь? Хорошо. Не, ну нет, от первого. Мне нужно сначала прицелиться к тебе. Так, я разворачиваюсь. Ты же с другой стороны должен быть, ладно. А, вот. Лети это просто, я... что... Ладно, сейчас я развернусь, я за тобой буду. Ты просто прямо лети, я подскажу. Давай, я смотрю, чтобы ты был рядом. Рядышком так. Тебя пока не видно. Так. Пассажиров у меня, к сожалению, нету. Так, а вон он. Чуть-чуть скорость сбавь. Ты этого хочешь? Нет, спасибо, не хочу я пассажиров. Нет, да, шлюп бы я не отказался. Тихо, вот. Слетай, о, все. Ты ровно лети просто. Не, просто мы в море, что ли, будем этот трюк делать? Просто... Вот, ты хорошо, я шасси. Слежу. Нет, сейчас, это не очень получилось. Просто я тебя даже не видел. Это кто там? Дурак. Возле со мной кто-то рядом был. Брус. А как он там оказался? Так, аккуратненько. Ой. Что за фрезы? Что это сейчас было? Что случается? Что происходит? Я под водой, мне все лагануло. Вообще где? Возле меня какая-то дура зареспаунилась, я быстро убежал от нее. Мало ли кто она, может маньяк. Вы вообще где? Вы у меня находитесь под водой. Это было сейчас как? Стас по моей спине пробежал. В море. Что у вас там происходит? Мы плаваем в море. И ты пролетаешь рядом. Может ты с нами тоже поплаваешь как бы? Я сейчас в вас лечу. Захвати меня. Так. Блин, я вас не вижу. Так, сейчас я... Ты вообще в другой стороне. А? О! Так. Ну, а, всё, только нож. Жалко. Я хотел уже Стаса убить. Всё, где-то вы здесь. Не вижу ни вас. Не вижу. Короче. А, что, блядь? Что? Меня кто-то электрошокером ударил. Что? Да, блин, ты что, дурак, что ли? Я обокакался. Просто взять так и в море электрошокером долбануй. Так тут больше кроме нас троих нет. Так это проводка. Да. То есть, хочешь сказать, скат какой-то проплывал и ёбнул меня, блядь. И просто там ножку твою затронул, так хлоп. И вуаля. Оп, хей, ла-ла-лей. Всё, за 180 рублей. Ты с нами плывешь теперь, да? Да. Заплыв. Ух, я уже запарился плыть.
Давай, мокрая. Мокрая девочка. Давай я тебя убью, чтобы ты зареспаунился, что ты будешь плыть. Это еще дольше будет. Он зареспаунится за пределами аэропорта, это будет еще дольше. Я рядом с тобой, вот он, смотри, а, вот. Сейчас я тебе пойду покажу ее. Вот так вот. Хоп! Вот так. Ах ты ж. Ах ты ж. За что ты просто стоял в воздухе? Буст голый! Буст голый! Эй, эй, тихо. Иди сюда, детка, я тебя порежу, иди сюда. Тварь! Маньяк! Буст, короче, сейчас в трениках. И с открытыми сосками. Просто к вам сейчас, просто моменталочка. О, подожди меня, быстро. Я по какому-нибудь убью. Вот, все. Я японца какого-то. Стой! О, все, отлично. Поехали. За тобой пушка побежала, армуй. Пак ему надо показать. Ой, извините. Ой, нет, вот так вот пак. Пак показать. Так, да. О. Серый, повернись назад. Вижу. Повернись ко мне назад. Я вижу тебя. А, вот это, кстати, машина, которая крутая. Какая? Вот, задняя нас, которая. А, да, я знаю. Что-то ее брать будешь? Потом ее затюню, сейчас она мне как бы не нужна. Хорошо. Давай, разворачивайся, ну в аэропорт ты как бы поедешь или нет? Да, сейчас нужен же поморжу. Музыку выключи, ара. У меня музыки нету. У меня музыка играет личная. Так ты ее в настройках отключи, все. А, мне лень. Я так GTA без записи играю, как бы музыку хочется слушать, бывает. Давай, хоба. Пусть там угорает уже. Ай. Ну, просто водила от бога, просто водитель года. Проветрить же надо машину. Ой, мой султанчик стоит. Сколько он тут стоит? Я думал, он уже треспаунится. Боже, что ж с ним сделали? Боже, суровая жизнь. Вот вандалы, блядь. Так, сейчас я машину, самолет закажу. Ой. Точно, подожди. А вон и этот. Вертолетчик с крючком. Ля-ля-ля-ля. Слушай, давай сделаем секс. Вот так. Сука, ты зачем? Мой султан взорвал. Ну, там, блин, технологии просто. О, давай я тебя схвачу, иди сюда. Бяу. Я к вертолету лечу. К нормальному. Взлетай. О, все, взлетал. Взлетел. Так, пусть ты на чем? Может я тебя подхвачу так? Тихо! Так, все нормально? О. Мяу, проехался. Я дымлюсь. Так, садимся в вертолетик. Сейчас будем сидеть. Да, опять Стас телепортирует. Да что ж за херня так говорится? Так, ко мне может один еще сесть человек. Кто это будет из вас? Давай я. До свидания. Хорошо. Так, это кто? Ты дебил. Меня постелями убило. Кто победитель по жизни? Я лечу к тебе. Давай, Рома. Ой. Только... лопасти рядом со мной, идиот! Нормально, садись. Давай. Лопасти, садись. Давай, садись. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, быстрее. Давай. Я две звезды, а, так. Я не понял. Так, а что тут Стас делает? Пацаны, сорян. Не хотел, честно говоря. Так. Летим? Куда мы полетим? Давай. Куда-нибудь. Давай, ставьте метку, полетим просто до всего. Так, давай, значит, вот сюда. Сейчас я найду какую-нибудь точечку. Полетим. Эдак вот. Ой. Что всё, творится? Полетели. Ясно. Полетели. Я еще гореть остался. Нормально. Просто. Так, куда-нибудь давайте поедем, что ли? Так, давайте машину вызовем, сейчас я выберу. Давай, я вызову машину. Да, у кого механик красивее будет. Так. Чё сразу, чё так... Буст голый, подожди, не убиваем. Фернус. Подожди, а что ж тебе дать такого, а? Рума. А, сейчас нужно посмотреть. Я ж тебе не убежал убивать, тварь. Так. Да. Так нечестно, пусть шлюха бегает. Я тоже хочу такого персонажа, блядь. Сейчас, так, ассортимент. Ух ты, грёбаный читер. Понятно. Вот. Так.
Так. Ну, вот я так тоже сделал. Правильно. Лол. Так, так, так. Ой, что я сделал? Я в тебя не стрелял, блин! По-моему, я тоже не стрелял. Ой, в голову, сорян. Я не, даже не прицелился. Я по тебе тоже не стрелял. Я потопчу немножко. Не. Да за что меня, да? Ты чё? Ты чё? На тебе лично. Ещё. Упал. Эй, подожди, мы же на это, на урожай ближнего боя. Ты чё? Кто мне стреляет? Ясно. Я не стреляю в тебя. Ты, вот как я могу в тебя стрелять? И сейчас меня уже убил. Просто молодец. Ну, тебе показалось. Мне не показалось. Поехали на гору, Челиат. Давай, машину вызвал. Давай, у кого лоурайдерские машины есть? У меня. Нет. Поехали сейчас за меня. Короче, давайте возьмем эти лоурайдерские машины и на посадке будем забираться в гору. Да. Это будет вообще давай, пипец какой-то. Микроавтобус. Стоп. У меня еще, ну-ка, сядьте ко мне, попробуйте. Она двухместная или четырехместная? Меня это интересует. Я подъеду сейчас к тебе, подожди. Ну сам. Все. Ну. Понятно. Так, кто-то в жопу въехал. Б-боты. Подожди, я вроде взяли. Могу сесть. Так, садись за нами, поехали, я тогда фейсбук другу машину. О, Стас, вышел. Я посвятил. Сейчас вызову. Давай я тоже вызову машину. Поехали, у меня просто есть четырехместная нормальная машина, поехали. Не, на каждый на лоурайдерской машине будет забираться в гору. Ты представь, это посаженная машина. Да, мазохизм. Кто первый заберет, тот ты молодец. Ты просто водитель от бога, молодец. Мне еще доехать надо. Да. Так. Так, когда будем подъезжать, я вызову свою машинку. Блин, я музыку не могу отключить. Прямо на джойстик. Аккуратненько. Ой, суперский просто. Дай мне руль, пожалуйста. Дай, просто смотри, вот у меня машина, видишь, сама прыгает. Вот, видишь, все, по технологии, технологично, оба. И Стас там на понтах, на крутых тачках. Вот так, конечно, ничего. Фу таким быть, Стас, мы вон, смотри, на тачках нормальных катаемся. Ай. На посадке, я... Свою жену будешь кидать, так понял? Да типа. Твою отлично. Мать! Ну молодец, типа, ну. Вот, я тебе говорю, ты просто водитель от бога. Плане. Вот я тебе все расскажу. Mm-hmm. Просто водитель от бога. Опять будет кидать на что-то. У меня начинает глючить, игра просто супер. Просто ля-ля тополя, все. Кто-то вообще чашку разбил там. Террорист, террорист. Слышишь? В смысле он не взрывался? Ло, он не взрывается. Взрывай нахуй! Понятно. Почему она не взрывается? Я... Вы меня можете убить, а тачка почему-то не взрывается. Нормально. Мою машину жалко. Как эта тачка называется, которая у тебя была? Ты ее можешь приобрести у Пенни, вроде как-то так. Нажимаешь, короче, на телефончик, и у тебя в правом нижнем углу телефона будет этот Пеннис. Там ты покупаешь себе машину. Я быстро говорю, ты все понимаешь? Я понял, Беннис, но... Ну, там заказываешь себе машину. А, увижу. Это все лоурайдер? Да. Там типа, не опущено, а занижено. Правильно жить, видео обездвижено. Кто любит бан, тот узнает. Чак. Летим просто. Так, может вертолет закажем, быстро оттуда летим, а? Так, давай садись ко мне тогда, сейчас все закажу. Так, выйди из машины. Пегасос. Слушай, а долго сосал на такую машину, буст? Я вижу по твоему накиду. Да ёб твою. Спасибо. Назад, давай, назад, он сейчас взорвёт. Как вы умерли-то? В принципе, понятно всё. Ясно, всё понятно, всё понятно. Мне всё ясно. Пегасос. Нормально, меня бот. Нормально. Слышь, бот, отошёл отсюда, нахер. Говорит, тачку мы уберите. Прикинь, я бегу, никого не трогаю, и спавнюсь, короче, и тут бот, короче, в меня врезается. Вот после этого понимает, что он в меня врезался, и начинает. Еще сейчас за мной бежит. Все нормально. Отлично, Рома полетел. Все нормально, я всегда так спускаюсь. Отойди. В смысле, я тебе... Вон, бери тачку. Я тебе с руками, значит, а ты... Шлюшка. Блядь, пожалуйста. У тебя автонабор какая-то, я так не могу. Ну, потому что я играю на джойстике, как бы. Вот в том-то и прикол. До свидания. Забирай. Как же этот самолет называется? Вертолет. У него есть Валькирия, точняк. Прикольно у этой машины спойлер такой. Что, блять, за...
Давайте в догоняшки, ты голя. Что-то с... санью. Так. Ладно, в жопу. Так, Серый, забери меня машины бутовской. Сейчас. Пошел в попу. А мне Валькирия нет. Шлюшка ебаная, до свидания. Так. Чё за чемодан лавэ? Я буду так. Модный чувак на старой машинке. Так. Да, с моими деньгами сейчас не на Валькирии, не на чём. Так. Чё тебе, Серый, вертолёт заказать надо или чё? Валькирию, да. Валькирию у меня такого нет. Нет. Так, ничего, сейчас. Давай на первом попавшемся поедем, чё ты, Серый? А, ну давай. Не стоило трогать мою тачку, за это тебя завалят. Сорян. А! Меня завалят, ребят, приколитесь, меня завалят. Да. Кто-то меня завалит сейчас. Куп, идите кого погулять. Ничего себе, целую тысячу, ребят, хотите целую тысячу? Да. Дарю, только убейте меня. Ой, 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 да. Как хорошо. Жаль. Нельзя, да? Так, подожди, а ты где? Я вот тут. В этом городе. За мной катается какой-то маньяк сзади. Мне кажется, это шлюха-маньяк. Так. С ником Бурт. Шлюха-маньяк. О. Аккуратненько, давай, поехали. Вот там, взлетно-посадочный. Примерно туда есть сейчас? Примерно сюда. Сюда, да. А, да, у да. тебя звездочка, я понял тебя. Теперь две. Ясно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, валим от них. Их. Я прав сейчас. Да я знаю. Бич. Так. Маврик или Маврик? Вот в чем вопрос. А я вышел спокойно. Как человек белый пушистый. Спорим, я тебя сейчас вытащу оттуда. Полетели. Бус. Так. Вот ты вообще. До свидания. Вот что я хотел сделать. Так, все, садись. Нормально, все. На пафосе. Нифига, как гопник. Так. Улетели. Подождите меня, стоп, без меня не взлетайте. Чего как письки? Полеты с игроками мне дали. Так, мне нужно. Кажись, я сейчас. Мы еще врежемся. Это я так. Да нормально, Серый, нормально. Это окей. О, давайте с экстримчиком. Я сейчас не знаю, где он находится, но это примерно вот туда. Каким экстримчиком? А, стримчик. Чего еще? Где твой стримчик, чувак? Ну, сейчас. Он только что был. А ты не испугался раз? Что твои товарищи могли бы погибнуть. Ты мне? Мне вообще похуй, если честно, ребят. Я обосрался. Мне теперь тоже. Подождите. Подождите меня, ребят. Так. Подождите давай. Меня, ребят. Так. Ребят, остановитесь. Очнитесь. Прием. Как слышно? Остановитесь, подождите меня. Стою, жду. Куда вы втопили так? Там впереди жду, стою тем. Я вижу, как ты. Ой, как ты далеко уже. Начелять аж. Да. В смысле, Стасан у меня? Магия, да? Что за магия вне Хогвартса? Стираешь с лаской. Угу. Так, аккуратненько. Серый, аккуратнее, не убей меня. В смысле, он уже у тебя, да? Да. Да что ж за херня творится? Так. О, замечательно. Опять он у меня. Слушай, у меня предложение на военную... А, не, он на Чили отключил. Следующая серия на военную, пойдите. Угу. Там поснём, ну да. Вот Чили, это же направо. А, вот теперь впереди. Там высокая справа. Видите, там на ней писечка такая маленькая. Это твоя? Маленькая. Теперь у меня. Давай, играем в баскетбол. Кидай трёшку. Оба. Зиба, нормально? Ты живой? Ну, сейчас посмотрим. Ясно. Посмотрели. Я тебя подберу. Китайский какой-то парашют берем. Вон вижу, а вот Тасан. Что за... Что случилось? Я как бы лечу, все на пафосе и выскакиваю из этого. На машине поехали. Вот, садитесь, вертолет-то остался. В смысле? Это что сейчас? Чувак остановился на дорогой бандитской тачке. А после того, как к нему подбежала девка, он начал орать «Help me!» И все как в жизни, в принципе, да? То есть девка подошла и сказала «Слушайте, чё вы решили?» Хриплым голосом. Он ей отдал и машину.
квартиру. Спасибо, я за тобой, Стас. Опять у меня телепортируется, блин. Так. Видимо, Стас на что-то насосал. Стой! Зиба, стой, тварь! А, стою, стою! До первого дерева. Понятно. Я живой! Что это за тачка? Я живой! Нормально! Я уже не живой! Нормально, просто удивился. Понятно, еще тут. Давай, подбираю тебя. Все нормально. Так, где ты? Вон. Посадки от Экснавити, все нормально. Так, сейчас вот просто припаркуйся. Смотри. Давай быстрее, поехали. Машину жалко. Так. Что за... Так, ну, так, нам нужно вниз спуститься, сейчас просто. Это нормальные сервера. А где у тебя колеса? Рокстар. Где у тебя колеса? Ну, понятно. Спасибо. Ну, давайте тогда, раз у нас вылетело. Что за нахуй за фука? Ну, сервер бомбит из-за того, что сервера Рокстар говно-говно. Да ведь, сер? Ну, ну чё, бывает. У них сейчас, наверное, обновление сейчас как-нибудь. Поскорее бы добавили снег. Ну, на Чилиад мы поедем в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами был Xnavity, Серега с канала The Games и Boost, который вечно телепортируется как тварь. Всем спасибо, всем пока-пока. Пока. Слышь, ты падла, блядь. Телепортирующаяся падла. Сюда пришел. Короче, я скажу за него до свидания. Всем пока.